снова с вами я, ProStream, и сегодня у нас будет тайны PlayStation. Сегодня мы раскроем эти тайны. Прям до единой. Ну и что я могу сказать по этому типу всему? Что у меня вообще в инвентаре? Ну, как в последней серии я очищал инвентарь, чтобы нам не лагал. Ну как бы, что в последней серии осталось, у нас меч, у нас кирка, стрелы, кожа и жареная говядина. А так были командные блоки. Просто куча их было. Барьеры. Куча новых яиц и много всего другого. Вы видите, тут дырки. Ну, конечно, дырки. Я сейчас убрал все моды. И так будет сейчас выглядеть PlayStation без модов. Помните? Надеюсь, помните эту дорогу. Но я пока что не буду рассказывать о ней. В общем, с чего мы начнем? В общем, как начинался второй сезон? О, что это такое? Воу. А да, вот как раз вот, смотрите. Короче, в этой серии я расскажу, как начинался сезон. Что в него Артём вообще просто не хотел с ним доснимать. Что Артём не хотел делать. Вы все узнаете. В общем, первым делом, когда мы появились, мы, бац, здесь оказались, вышли. Мы выбежали. Тут был трава из нового обновления. Тут был мой сундук, тут был Артёмин сундук. Мы взяли вещи и пошли выживать. Просто начали выживать, увидели вот это. Просто бегали, не знали, что нам делать. Просто бегали. То есть, а потом мы решили... бегали. Потом мы решили пойти в шахту. Так вы знаете, вот, то есть мы вот здесь купались. Потом мы решили пойти вот в эту шахту, где я должен с ним был поссориться. Но поссорился я с ним как-то не по плану, и ссора у нас вышла в реальную сторону. И я его еле-еле уговаривал. Дальше мне пришлось фантазировать и так делать. Вы сейчас видите, тут куча порталов, а эти куча порталов образовались в то время, и курицы, когда на Артём нападали, и порталы. Порталы — это из четвертой карты. Пятую карту Артём так и не допроходил. Вы узнаете, почему. Тут все взорвано. От Дестейджа остались столбы. Здесь все заново пошло. Просто ужас. Здесь был дом. Ну и того же была вторая карта, а нет, третья карта. Артём, мы добывали вещи и нашли здесь вот это место. Там, конечно, все взорвалось. Здесь были раньше кристаллы и чего выбило. Забрали кристалл и пошли. Окей. После этого мы отправились в ту деревню, где я даже могу долететь, просто вот рассказываю. Пошли в ту деревню и, короче, скрафтили себе лодку и погнали в ту деревню через океан. Давайте сейчас быстренько долетим до какой-нибудь земли. Вижу уже ее. Сейчас возьму эндерпёрл, чтобы быстрее перемещаться, то это реально долго будет. Книга была эндерпёрлом, замечательно. Кидаем. Куда же наш ТПшник? И... на острог, окей. И вот мы приплыли к этой деревне. Вот она. Ну. Замечательно, вот эта деревня. И ходили, выживали и нашли вон то место. Мы там сражались и, конечно, получили уже следующий кристалл. В следующих сериях я уже стал становиться с помощью одного мода, который я, все моды, которые использую достаточно, покажу. Здесь стал маленьким, и потом в виде гоблина огромным. Ну и, конечно, в виде гоблина вот мы здесь ходили. Так, осторожнее, Майнкрафт, не лагай. Мы здесь ходили, здесь все взрывали, там и сушитель. А дальше у нас ТП-шнул вон туда. Туда лететь я не собираюсь, потому что у меня просто начинает так лагать, мне придется перезаходить. Ну, ради вас я туда слетаю. Милый Майнкрафт. Здесь мы копали, конечно же. Ломали все. После когда убегали оттуда прочь. У меня уже и сушители появляются. Вот они. Вот это место. Просто взяли кристалл. А есть я командный блок рощу не буду показывать. Потому что до нее лететь ой, как далеко.
Она находится где-то... Ну, короче, она находится около барьеров. А это очень далеко, и координаты я не помню. Там и сушители они там все. Ничего не делают. Просто нет. Все. Я просто прекрасно помню. Сейчас я звуки немножко потише сделаю. Не, я сначала вылечу из этой рощи. Огромной. А здесь в конце мы здесь были, и потом умерли. И дальше начали обычно выживать. Сейчас я делаю звуки потише. Угу. Так. Звуки. Громкость. Ну, хотя бы на 10. Могу громче даже звук сделать. Что он делает? Сейчас пролагает немножко, ребята. Все, вот крипер ходит, все замечательно. Теперь там надо в какую сторону идти? В ту. Ёпрсеты. Короче, я забыл вам рассказать еще о некоторых вещах. Вы увидите вот эти домики. А эти домики из... четвертой карты, где мы проходили, ядеро. А не будем на это обращать внимание. Ну, когда Артём посмотрит это видео, он поймет, что зря он отказался до нормального второго сезона. Я вот издалека просто буду смотреть на деревню Кати, когда подлетаю к ней, она начинает все лагать. Пачкаларти зомби, что вы творите? Видите, вот там вот это все. Это как бы карта адского мира. И как вы видите, я ее полностью уже вообще полностью разрушил. Точнее, не разрушил, а убрал моды. Там вот это, который в предпоследний ролик, наверное, войдет в дестейджене. Так, ну вот деревня Кэти, как бы обычно, деревня Кэти, мы вошли и просто начали Кэти, встретила, они выживали, конечно, как обычно, первая серия была просто жопа, куча панд, куча зомби, куча гривер, куча всего, просто куча всего, просто ужас. Дальше пошел карантин, все вот там, вроде карантин до сих пор там стоит в этой деревне, как было прекрасно, второй сезон. В общем... Про Кэтину деревню мы поговорили. Следующий. Приходим, мы прилетели много построек, но мы забыли еще несколько построек. Я могу забыть несколько построек, извиняюсь. А следующие постройки будут, которые не вошли. Извиняюсь, залагала, извиняюсь. Придется перезайти. Правда, придется перезайти. Окей. Сейчас вы поймете. Извиняюсь, если будет лагать... Правда, лагать и лагает, вот, короче, все лагает из-за того, из-за дестейджена. Дестейдж огромный. Просто сервер. Короче, смотрите, вот это здание. Так? Непонятно. Что это здание? Ваня, ты уже начал те здания, которые не вошли? Нет. Если мы войдем внутрь, вы все поймете, что это. Ну, кто смотрел дестейджен, конечно же. По... этим командным блоком уже все понятно. Всё прекрасно понятно. Вот. Вот у нас прекрасный... Где у него Артём появился? Вот там. И он пошел вот по этим путям. Как раз мы туда и собираемся. А для чего? Сейчас вы найдете. Мы собираем сюда для того... Сейчас там починю. Всё-таки. Не будем ломать историю. Так, Артём, я надеюсь, ты меня не прибьёшь после этого. Я правда хотел высказаться. Все, что я имею в виду. Конечно же, все героев я играл уже. Про героев мы поговорим попозже. Сейчас мы начинаем дальше. Я тпхуюсь. Вы помните, как тут все было? Помните прекрасно. Как тут все было?